Мясо по-волжски или рулет ульяновский? Что получается лучше у студентов УТПИТа, выяснили эксперты на кулинарном баттле, который прошел в честь 80-летия Ульяновской области. Профессиональный кулинарный баттл «Про регион» прошел среди команд учащихся старших курсов Ульяновского техникума питания и торговли. Каждая группа участников готовила комплексный обед – салат, горячее и десерт. В основе всех блюд – рецепты из регионального сборника, который разрабатывался ведущими технологами Ульяновской области в 90-е годы. Студенты не только сохранили традиции, но и подошли к соревнованию творчески. Изменили технологию и рецептуру с учетом тенденций современной кулинарии. Готовят эти блюда в авторской интерпретации. Также адаптируют они эти блюда с учетом региональных блюд и компонентов. Используют наш регион очень богат такими продуктами, как тыква, корнеплоды. Работу каждой команды строго проверяли эксперты. Помимо креативного подхода, оценивались чистота рабочего места, правильность выполнения технологического процесса, эстетика подачи и, конечно, вкус каждого блюда. На дегустации оценить блюдо позволили и самим поварам, участникам. Во вкусе у нас преобладает горчица. На втором плане у нас уже вкус птицы. Сами участники считают такие батлы полезными и для развития профессиональных навыков, и для будущей карьеры. Я учусь работать в ритме, как нужно, работать в поварам. То есть это балансирует такое время. Учит меня приготавливать новые блюда, пробовать что-то. Победила в батле команда номер 2. Это студенты третьего курса Волков Алексей и Лапшин Юрий. Ребята приготовили салат-загадка, свинину с яблоками и десерт янтарный. Другие команды тоже успешно прошли проверку и получили высокую оценку экспертов. Студенты вполне, я считаю, в совершенстве владеют методикой приготовления. И я думаю, что они будут очень хорошими специалистами нашей Ульяновской области. Качество приготовленных блюд наша съемочная группа проверила лично. Вкус и внешний вид приготовленного нам очень понравились. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что у каждого участника этого баттла есть все шансы стать кулинаром высокого уровня. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.